Дорогие друзья, от имени всего коллектива совхоза Ленина, от наших пенсионеров, от ветеранов, от людей, которые сейчас, даже сегодня работают на полях, хочу поздравить вас с нашим праздником, Международным днем солидарности трудящихся. Этот день, когда мы подводим итоги, строим планы на будущее, когда мы все, а очень многие трудящиеся всей России помогли нам в борьбе с рейдерами. Правда, борьба еще не закончена, мы чувствуем всемирную поддержку всей России. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы всегда вы были здоровы, счастливы, чтобы у вас была работа, и чтобы эта работа оплачивалась действительно достойно. Чтобы человек труда не на словах, а на деле в России стал самым главным человеком в стране. Счастья вам, здоровья и успехов!